Сначала спасатели освоили навыки спуска на тренажере, затем из вертолета. За несколько дней сотрудники МЧС отработали спуски по веревке и подъемы с помощью бортовой лебедки. Тренировались в горно-лесной местности, в акватории моря. В лесу и на реке работу осложнял рельеф, близость деревьев и ограниченность площадки, на которой спасатели отрабатывали эвакуацию пострадавшего в носилках. При работе над водой ситуация осложнялась тем, что из-за винтов вертолета поднималась водяная пыль, которая ухудшала видимость. Спасатели поднимали в вертолет с применением бортовой лебедки. Всего в учебно-тренировочных сборах приняли участие 30 сотрудников отряда, в том числе 4 медицинских работника.